Судьба – это не какая-то там женщина с косой. Судьба – это то, что ты делаешь. Твои инвестиции в сейчас, в твои занятия сейчас – это инвестиции в будущее. Мои возможности были посчитать один тест, другой тест, там где-то какую-то книгу найти, что-то выписать оттуда, там цитату найти, где она находится, там и так далее. Но в результате я занимался пограничными психическими расстройствами. Я занимался большой психиатрией. Я занимался сексологией. Я занимался историей медицины. Я занимался адаптацией. И я получил доступ к огромному пласту знаний, которые стали моим фактическим образованием. Но это была инвестиция в образование. То есть я учился, параллельно я инвестировал в образование, потом я стал работать на отделении, то есть у меня стал появляться опыт, и я был полноценным уже специалистом, еще не закончив даже вуза. Но сначала это, ну, такая ерунда. Ну, как бы, ну, что там, можно посчитать тесты. Но для меня эта история была. Вероятность. Ну, тебе дадут посчитать тесты, ты посчитаешь тесты. Но я хочу, чтобы после этого мне дали еще тесты, поговорили мне со мной про это, дали мне больного посмотреть, там и так далее. Чтобы я накопил опыт. И потом я уже мог выбирать игры, в которых я принимал участие. Но вот этот путь надо пройти. И если вы его не пройдете, то у вас не будет предложения от судьбы.